Привет, господа. Так, сегодня решил уделить немножко, ну как сегодня, я уже только что записал про блок питания, что-то больно длинное видео получилось, но не без этого. Так, и записать видео для подписчика. Так, он меня спросил, вот такой вот ключик он мне прислал, ну ссылочку. И спросил, возможно ли установка платы для ЛАДы обычные. А где диод? Диод не работает, дохлая плата. Установка такой платы в этот ключ. Но я как понял, он по кнопкам. Подумал, что если 3 кнопки, значит можно любой ключ вставить. Но нет, ребята. Вряд ли это получится. Но все равно сейчас попробуем что-то показать. Так, разбираем наш ключ. Так, чему? Отвертку надо бы. А, вот все разобрали. Ну вот смотри, реально. Так, извиняюсь, забыл посмотреть, как зовут. Так, вот видно. Вот кончается вторая часть. Вот здесь вот. И вот, в принципе, вот этот весь объем, только рабочий. Ну вот, просто нереально это. Это нереально. Ну ладно, это мы сняли про то, что... Данная заготовка, которую ты предложил, которую ты спросил, которую можно взять, это отпадает. Кстати, это Chevrolet, Opel и Buick данной модели. У тебя два выхода. Первый выход — это вот заказать такой ключ. Тоже есть на Алиэкспрессе такой ключ. Так он выглядит. Еще разберем по традиции. Дэм-дэм-дэм. Сейчас отвертку возьму. Так, первый выход — это у тебя вот такой вот ключ. Честно говоря, я такие ключи обхожу стороной. Больно он стрёмный. Так. Вот, разбираем, в принципе. Найти этот ключ не проблема. Вот наше место под плату. Устанавливаем плату. Нифига себе. Еще даже придется доработать немножко. Вот здесь, как видите, вот здесь все идеально встало. Вот, попал. Но вот этот край не попадает. В принципе, вот этот край мы стачиваем. Напильничком маленьким, наждаком. И вот так вот вставляя, мы его установим. Надо снять немного. И не бойтесь. Вот так, сейчас. Вот этот край надо будет снять. И не бойтесь эту дорожку задевать. Можно задеть, только не сильно, лишь бы не до конца ее убить. В принципе, такое даже тоже придется с доработкой делать. Все просто у вас не получится. Вот так вот. Вот он идет по краю. Попадает в отверстие, но не встает вот здесь. Так что я не покажу, как он стоит. Сейчас я наждаком ничего не буду делать. Вот такие дела. Так что ЛАДа ключ тоже не выход. Ну как выход, но с небольшой доработкой. Надо снять вот эту часть немножко. И второй вариант. Второй вариант — это вот такой ключ. Самарские ребята делают. Он уже с готовой платой. Так, отвлекся на телефон. Вот такой у тебя второй вариант. Данный ключик. Делают его. Так, где его делают? А, в Самаре делают его. Ребята, платы. Чуть-чуть по традиции. Уж по традиции разберем. Что уж делать-то. Так, кстати, Volkswagen, вот сюда что-нибудь тоненькое и разделяем вот так его.
Но мне это не надо. Я парень матерый. Так. Вот что у нас получается. Это ключ Volkswagen. Самый дешевый, я бы сказал, ключ в мире. Вот здесь вот такое отверстие самодельное сделано. Это верхняя часть. Нижняя часть вот с платой. Сверху установлен чип для автомобиля. И сейчас располовиним еще ее. Так, вот так открывается. И вот отдельно у нас батарейка 2032. И вот такая вот собранная плата. Причем собрана очень хорошо, качественно. Вот такая вот плата у него, у ключа. Вот я покажу оригинал. Вот эта плата переделанная. Вот здесь чип находится. Вот такая вот разница. В принципе, есть желание. Я буду заказывать себе вот такие ключи. Только они будут выглядеть не как Volkswagen, а как вот такая вот Audi. Намного интереснее, я считаю. И качественнее. Вот такой ключ. С таким вот металлической ограночкой. Ну, в принципе, практически все, что я хотел сказать. За исключением. Напоминаю, разыгрываю среди подписчиков вот такие брелочки. Раз в месяц. Следите за видео. Розыгрыш будет в видео. Поддержите канал, подпишитесь. И еще вот, не покупайте вот такие вот брелки. Сегодня человеку переделывал. Так, где он там? Так, сейчас поближе. Вот не покупайте за 350 рублей вот такой вот брелок. Вот зачем это вам? Это жесть. Это вот я скажу вот так вот. Это кусок бумаги. Так, где вот? Это кусочек бумаги приклеенный. И сверху резинка. А мои, ребят, брелочки вот такие вот. Не пачкаются. Не смываются, ничего им не будет, и это не бумажка. Если не хотите ждать розыгрыша, можете просто заказать брелок. Ссылка в описании на группу. Отправлю в любой город по России пока. Но если вы из другого города, все равно пишите, посмотрим. Может, что-нибудь сделаем. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи!